Привет, мои дорогие. Третья часть пустых баночек в марте. За март. Что у меня в марте закончится? Третья часть у нас это уходовая косметика и декоративная косметика. Давайте приступим. Как всегда, пакет для мусора вниз опускаю. И начнем. Так, закончилась у нас зубная паста «Живица кедра». Вы знаете, сначала вроде бы как показалось, что она как будто бы то ли зубы болят, то ли десна болят. Потом, видать, полость рта привыкла к этой зубной пасте, и все очень хорошо. Прочищает хорошо, аромат приятный, освежает, гелевая. Вот этот вот елкой во рту пахнет замечательно просто. Особенно мой муж оценил, ему понравилось. Будем ли повторять? Да, будем. Это бюджетная линейка, здесь 75 мл. Почему бы и нет? Дальше закончился у меня вот такой вот бальзам «Зима». Я уже в каком-то видео говорила, что я больше покупать его не буду. Но я остатки еще надо было добить. 200 мл. В общем, без того тонкие волосы делают еще тоньше. Как... Вообще, зима для чего предназначена? Чтобы не электризовалась шапка, да, ваша к волосам. То есть против электролизации, против, вернее, питания для волос надо. Но для моих точно питания не нужно. В общем, брать больше не буду. И, скорее всего, ну, у нас выходят, по-моему, зимние серии. Ну, вот такая, по-моему, в распродажах есть. Мне она не понравился. Он, бальзам Winter Care для всех типов волос. 200 мл. Приятный. Здесь, кстати, аромат приятный. Двойное питание с аминокислотами. В общем, брать я больше не буду. Ну и... Наверное, новую линейку, если она выйдет на следующий год, тоже не буду брать, пробовать. Потому что все, что вот это вот такое питание, да, особенно моим волосам, нет, не нужно. Мне нужно, чтобы что-то объем делало, чтобы мои волосы как-то уплотнял, да, делал их более такими, как это, жесткими, контурируемыми, ну, чтобы с соплями ничего у меня на голове не висело. Так, дальше. Дальше вот такой вот закончился у меня лимитированный гель. Магнолия, вы знаете, понравился, ну, я имею в виду, запах понравился, 200 мл, пенища, пенится нормально, в общем, обычный гель, вообще лимитка, мне вообще лимитка как таковая не нравится, не новогодняя, ну, тематически вот эти, не на 8 марта, потому что все равно там гели идут как бы без ухаживающих компонентов. Кожу, главное, не сушил, запах приятный, пенился, ну, пенился, кстати, не сильно, прям вот так уж, прям ах, ну, по распродаже, может быть, есть, нет, я не знаю. Ну, лимитку я беру так, кому-то подарить, либо для пробы, либо вам что-то показать. Да, она недорогая у нас, в общем, брать больше не буду. Ну, если только в следующий раз какие-то другие лимитки будут, то все-таки я возьму, да, и попробую. Дальше закончилась вот такая зубная паста Биоси отбеливающая. Здесь у нас, по-моему, 100 мл. В общем, паста нам понравилась с мужем. Здесь 100% натуральные травы, хербал. А сколько миллилитров? Ну, здесь не 75, здесь 100. Она очень слабо пенится. И в ней она такая, знаете, голубенькая. Сейчас вам открою, покажу, если что-то еще осталось. Вы видите, до конца прям вот такая голубенькая. Вкрапление. Запах приятный, он напоминает вот Стиморол, знаете, вот такие жвачки были, я не знаю, сейчас есть, нет, я не жую жвачки. Именно Стиморол мятная, вот такая вот в пластинке, вот такая зубная паста, мне она понравилась. Будем ли мы брать? Не знаю, может быть будем, может быть нет, я брала попробовать, ну просто цена, знаете ли, заоблачная. Что-то там отбелило или какой-то там супер-пупер эффект за такую цену не сделала, ну как бы... Ароматерапия здесь пишут. Может быть, по распродажам и возьму, если будет. Вообще, нам понравилось. Мы оценили, так сказать. Дальше такая зубная паста закончилась. Нуки. Нуки нам нравятся. Конечно, не все. Нам нравится вот это вот с активированным углем. Потом нам нравится с клюквой. С грейпфрутом нравится. Нравится. Вот не оценили мы беленькую с кокосом. Не оценили мы с ананасом. И, по-моему... А, нет, вот эта дыня с мятой нам тоже понравилась. В общем, вот это отбеливающее с активированным углем. Здесь 75 мл разрезано. Она такая серого цвета. Она также мало пенится, как и Биоси паста. Но в Биоси-то вообще плохо пенится. Это еще как-то. Очищает все хорошо. Эмаль очищает. На целый день хватает. Мне, в принципе, я довольна этой пастой. С утра, да и на ночь, в принципе, нормально. Так, что-то три пасты зубных закончилось. Дальше, вот такие жидкие патчи закончились. Я сейчас их именно на весну добила. Вообще, нам весной нужна коже витаминизация, а вот эта серия Bioglow, она с витамином С. Я вообще, как именно просто, вот как жидкие патчи, я не увидела такого, знаете, прям вау-эффекта. Вот сюда
ненаносимый. И вот сюда мне не понравилось наносить. Оно еще больше ослабляло кожу. Здесь в составе есть миорелаксант, который ослабляет, да, вашу кожу. Вот сюда мне понравилось. Я наносила как пролонгированно 10, то есть я нанесла толстым слоем, как маску, и смыла. Последнее время, вот сейчас весной, я добила на все лицо. Это гелевая текстура. Я под уход, под основной, да, крем наношу какой-нибудь гель. И я решила, почему бы и нет. Буду ли я брать? Буду, но уже в следующий раз. Может быть, весной, ну, либо по распродажам, да, возможно, буду. 30 мл, вот так вот выглядит, вот, биоглоу, запах приятный, цвет оранжевый, шикарнейший цвет. И то, что гель, тоже мне понравилось. Он такой, знаете, гель, прям, знаете, вкрапления перламутровые, такие блестящие, почему бы и нет. Так, закончился вот такой вот у меня Арису шампунь с камелией, укрепляющий шампунь. 250 мл. Вообще мне Арису серия нравится. Я брала и Кувашинг, мой любимый самый, и вот этот вот с лотосом шампунь брала, и вот этот вот рубеленький. Запах приятный, пенится хорошо. Не знаю, они сульфатные, бессульфатные. Если честно, я в этом не сильна, и мне это не важно. Ну, пенится очень хорошо. Ну, по-моему, они идут у нас... Где тут пишут? Содиум, не содиум. Содиум. Даже если я здесь и прочитаю ингредиенты. Аква, содиум... Содиум опять какой-то. В общем, это мне ни о чем не говорит. Шампунь неплохой. Запах приятный. Сначала, когда я его купила, мне показалось, что у меня волосы от него падают. Ну, видно, была осень, а там осенний волосопад, как говорится. Потом добила, вроде бы нет. Буду ли я брать? Да, буду, почему бы нет. Ну так, я в этих шампунях в компании Фаберик запуталась, если честно. Жирнит ли кожу мою? Мне все волосы, абсолютно все жирнят мои волосы. Они даже не жирнят, а просто я потом укладочными средствами пользуюсь. Я всегда укладочными средствами пользуюсь. Это и лак, и пенка. Вот сейчас у меня пенка, лак, спрей на голове. Еще плюс вот из серии Эксперт укрепляющий лосьон. Конечно, у меня уже завтра, сегодня помыла, а завтра уже не будет никакого вида на голове, да? Буду повторять, да. Ничего не могу больше сказать. Мне нравится эта кремовая текстура, пенится хорошо, запах приятный. Вроде бы все нормально сейчас, ничего не выпадывает. Дальше закончился вот такой крем для рук, но его у нас уже нет, карамельная груша Beauty Cafe. Мне вот эта вот линейка, вот раньше Beauty Cafe, больше нравится, чем сейчас. Здесь больше гораздо уходовых свойств, понимаете? Кожа напитанная, кожа увлажненная, приятный аромат. Муж оценил этот крем, сказал, и аромат, и вот именно сглаживает какие-то мелкие морщинки. Я его, кстати, оценила, брала по распродаже, только оценила по распродаже. Здесь 75 мл. Ну, по-моему, его нет у нас уже. Что-то я о нем очень много так рассказываю. Бальзам Морошка, обычный бальзам, я же говорю, я запуталась в шампунях и в бальзамах компании Faberlic, обычный бальзам, 150 мл, этот не делает волосы сосульками, как вот этот вот зима, но смягчает, ну такой, знаете, не пушит, а именно плотность какую-то создает, нравится, буду брать, да, 150 мл, здесь запах приятный, это у нас, по-моему, для всех типов волос, да, вот. Дальше бустер у меня закончился, я про него уже и где только не рассказывала вам, да. В общем, а сейчас его нет, его уже в четвертом, в пятом каталоге нет, в шестом я еще не проверяла. Сегодня начал свое действие шестой каталог, еще ничего не проверяла. Ну, не знаю, мне кажется, его нет. 75 мл, Россия, по-моему, по распродажам, по срокам годности брала, у нас были другие распродажи, у нас Global Oxygen продают. Не знаю насчет срока, нет, не по срокам годности, а по... Просто в распродажу. Хорошие цены. Я заказала 3 вещи. Там я и кислородный бальзам, и маску заказала. И заказала увлажняющий крем. Мне как раз 2 из них очень нравятся. Это увлажняющий крем и кислородный бальзам. Единственная маска там как-то... Я ее не оценила. Но я ее не оценила по 3000 тенге. А, извините, по 800 тенге я ее оценю. Она увлажняющая маска. В общем, бустер. Что делает бустер? Это, в общем... Между лосьоном и тоником и сывороткой, да, вот, то есть можете первым этапом после очищения нанести, можете вместо тоника нанести, можете вместо сыворотки нанести, в общем, мы, получается, выдавливаем на руку, там такое неплотное облачко, да, из пены наносим, растворяется, как водичка, как лосьон, вы знаете, какая-то кожа сглаженная, увлажненная, какой-то, вот, знаете, лифтинг-эффект я ощущаю, в общем, я бустером очень довольна, и жалко, что сейчас я его купила. Не могу, как один попробовала, и все. Ладно.
еще один крем для рук, его можно еще по распродажам найти. Это про руки, масло макадамии, витамин Е, питание и смягчение. Вот про руки я, между прочим, не оценила. Здесь 75 мл. Все кремы какие-то, знаете, пленочные и катаются на руках. Когда много нанесешь, да, переборщишь. А я люблю перебарщивать. Буду ли я повторять? Нет, но у нас сейчас они по распродажам. По распродажам я брать не буду. Другие буду брать. А этот точно не буду брать. Я не знаю, есть у нас сейчас. Нет. Ну, может быть, еще есть, может быть, у вас есть. Но мне такой эффект не нравится, когда катается. И когда, вот, знаете, увлажненность есть, смягчение есть, но пленка вот эта вот. И потом хочется еще раз руки помазать. Я такое не очень люблю. Так, дальше у нас. Дальше закончился гамаш. Я его добила. Я сейчас вот эти все гамажи, пилинги. Не пилинги, а как. Ну да, вот эти вот скатки, гамаш, пилинг. Пилинг не кислотный, не энзимный, а вот пудра пилинг. Да, вот те, все средства, вот эти вот, которые травмируют лицо, они все равно более-менее травмируют лицо. Нет, энзимный пилинговый, вот, пудра не травмирует. Тут гамаш и скатка. Я их раз в месяц стала делать. И еще, знаете, такой момент, я все-таки их решила делать летом. Вот лето. Ну, чуть-чуть весны, чуть-чуть у осени захватить. Ну, потому что зимой мне вот этого очищения, ну, я говорю, раз в месяц требует. Так, телефон что-то прервался. В общем, это гамаш из серии Oxyology. Здесь у нас 75 мл. Здесь такие мелкие, не травмирующие кожу частицы, но они мне иногда не нужны. У меня ярко выраженный купероз вот здесь вот. И поэтому немножко вот стало ненужным вот это. Вообще, очень люблю я этот очищающий гамаш, именно гамаш, за то, что очистишь, не стягивает кожу. И он такой, знаете, кожа... Это кислородный же, да, гамаш, как будто вот, знаете, дышит кислородом, такая очищенная, хорошая. Буду ли я брать? У меня еще есть в запасе один штук, одна штучка. Вообще буду повторять, буду, но не сейчас пока. Так, дальше у мужа закончился вот этот вот Ван Девантюр, дезодорант, антипереспирант, 50 мл. Знаете, нравится и запах, и шарик здесь такой удобный. И запах приятный очень, такой, знаете, какой-то цитрусовый, да, но он похож на парфюмированную воду из этой же серии, да, Ван Девантюр. Нормально, белые следы оставляет, выручает от пота, да, выручает, на день хватает. Помогает ли от потных, не от потных, от мокрых подмышек? Нет, не помогает, но главное, запаха пота нет, и все. Вот, в принципе, дезодорант мне нужен для того, и мужу моему, чтобы запаха пота нет. А так, то, что там мокрое, не мокрое, мы как-то на это внимание обращаем, оно сейчас, в принципе, когда потеешь, везде мокрое. Дальше закончился у меня вот такой крем капиллятора протектор для чувствительной кожи, гипоаллергенный, Эксперт Фарма. Здесь 50 мл. Вот из всей линейки я, конечно, не все еще попробовала из гипоаллергенной. Мне понравился вот этот вот крем. Он капилляропротектор. У меня, вот я вам рассказывала, что с купероз ярко выраженный, а именно вот в зимний период я наношу его, а потом уже крем какой-то уходовый, либо наоборот гель, а потом этот крем. Мне он нравится, все, и он мне подходит, аллергии нету, все хорошо, но я им редко пользовалась, потому что в нем все-таки мало ухаживающих компонентов. Вот надо бы один раз как бы курс пройти, вот посмотреть, меньше будет купероз виден, не меньше, а вообще хороший крем, мне понравился. Вот на зиму, мне кажется, самый оптимальный вариант. Я буду повторять. Понравился. Так, сейчас одну минутку. Может, так ярче будет. Так, краска Гарниер Оля. Стойкая крем-краска без аммиака. 60% масел с цветочными маслами. Максимальная сила цвета. 8.31 пепельно-золото. У меня вот до этого цвета именно вот была она. Я видео снимала с этой краской. Закрашивание седины 100%. Качество волос, ну не знаю, возможно. Оптимальный комфорт кожи головы. Интенсивный уход. Все, мне понравилось. Цвет понравился, краска понравилась. Я осталась довольна. Повторять буду. Здесь... Ну, в принципе, здесь все, что как в обычной краске. Мне нравится, что она щадящая, что она не лезет в глаза, вот прям сильно не дерет, да, волосы как-то, кожу головы как-то щадяще относятся. И цвет мне понравился. Буду я брать пепельное золото. Не забыть бы или оставить, наверное, вот эту вот оставлю штучку. Ну, может быть, в следующий раз, когда буду брать, упала. Попадется мне эта краска. Дальше. Закончился у меня вот такой вот крем Биоси. Нет, не могу я с этим светильником. У меня глаза болят. Для кожи вокруг глаз. 15 мл. Здесь у нас он. Сыворотка Ливсин для кожи, для контура глаз. В общем,
Удивилась я этому крему. Я буду обязательно однозначно его повторять. Сейчас пока у меня уикенд и One Week Miracle. В общем, наносишь, и вы знаете, есть лифтинг-эффект. Морщинки даже, ну вот их нету, в принципе, таких, но они все равно бывают, там вот так вот делаешь. И вот когда вот так вот улыбаешься, мне кажется, как будто затрудненная вот улыбку делаешь, и вот это вот затрудненно, как будто мешает что-то здесь вот, как будто ты сделала какую-то подтяжку, да, глаз. В общем, понравился идеально, не жирный. Ну, не питает, увлажняет, и вот именно вот делает вот этот лифтинг-эффект. Мне такой вариант понравился, и, кстати, у меня не было аллергии на этот крем. Как у меня периодически бывает на кремы аллергия у нас, компания Faberlic. Дальше закончился у меня ночной крем Архитектор 50+, один из любимых кремов Реноваж с пептидным комплексом против морщин. Здесь мне нравится аромат, мне нравится текстура, мне нравится то, что он в баночке, ну, то, что не в стекле, ладно, бог с ним. Вот, это ночной крем, он плотный, он иногда пощипывает вот здесь в Т-зоне, ну, у меня, потому что здесь купероз как бы ярко выраженный, да. Утром встаешь, лицо напитанное, он, ну, катается, да, на лице, но мне, ну, ночью пофиг, пусть катается, ради бога. В общем, мне вообще эта линейка нравится, Реноваж, вот. Буду повторять, буду брать периодически. Закончился у меня вот такой крем, мыло, тьфу, ёлки-палки, это Витамания. Карамбола и маракуйя. Витаминное жидкое мыло. Здесь витамин А, Е и ПП. 200 мл периодически для разнообразия беру. Здесь желтенькое оно такое, салатовое. Ярко выраженная душка. Запах приятный. Дозатор приятный. Ну, использование. Да, запах очень приятный здесь. То, что сушит руки, да, мне абсолютно все знаете, я не раз говорю, компания Faberlic, все руки, все мыло сушат руки, жидкое мыло именно. Но я не люблю использовать кусковое, я люблю жидкое. Для разнообразия беру иногда всякие разные. Дальше закончилось интим средство. Гель интим гигиены с афродиаками, сторы диаморы. 200 мл, мне нравится тоже дозатор, мне нравится здесь ненавязчивый аромат, мне нравится, что он густой, надолго хватает, никакой аллергии, никакого раздражения нет. Вот его и розовенький для чувствительной кожи, я не вижу между ними разницы, беру какой по акции, либо для разнообразия беру, но сейчас что-то в каталог зашла на сайт, ни прокладок, ни средств лично интимной гигиены, ничего нет. Я имею в виду из такого дешевого сегмента. Возьму, наверное, попробовать с крестиком из Фарма, хотя, в принципе, по цене, ну, то приличнее, дороже, чем вот это вот. Ну, все надо взять, попробовать. В общем, брала, буду брать. Если будет, буду брать. Дальше у меня три кусочка мыла вот этих вот веганских закончилось. В общем, любит у меня муж и свекровь эти мыла. Я тоже люблю, мне нравится, что не сушат руки, 90 грамм. Кстати, свекрови мужа тоже жидкое мыло сушат руки, но они как-то перешли на кусковой, вот именно на это веганское. Я не могу перейти, мне хочется вот этим вот все вот жидким мылом сделать, ну, помыть и все. Кусковым я не люблю мыть. Здесь 94% натуральных компонентов. Закончилось олива и пачули. Обалденный запах пачули я здесь чувствую. И вот олива зелененькая какая-то, мне нравится. Также закончилось у нас лайм и базилик, тоже приятный аромат лайма. И вербена и лемонграсс. Тоже приятно. Вот этот вот лимонником каким-то пахнет. В общем, мылами мы тоже довольны. У меня здесь кавардак. Дальше закончился гель-спрей. Не гель-спрей, гель-спрей для полости рта с предбиотиками. Но он не гель, он просто спрей. Всегда свежее дыхание, эксперт фарма. В общем, здесь у нас 100 мл. У меня муж в основном пользуется. Он сутками на работе работает. Ну, с утра бывает распыляет в течение дня. Еще, кстати, помогает, если у вас горло болит или у вас нарушена микрофлора рта. То есть помогает вам наладить. Вот я пару раз обжигала горячим чаем язык. Прикусывала щеку, ну, вот вы знаете, да, боль какая. Семочки один раз щелкала, тоже себе типунчик на языке нащелкала. Побрызгала пару раз, и все быстренько прошло. В общем, это помимо того, что свежее дыхание, еще и помогает бороться с всякими болезнями. Простудные заболевания, то есть горло, и вот заболеваниями ротовой полости. Брали, будем брать. Мезотерапия закончилась, 15 мл. Она одна у меня закончилась, вторая сейчас в использовании. Мне, я не знаю, пока эффекта никакого не вижу, но мне нравится, что вот эта мезотерапия, она не плотная. Она такая, знаете,
Легкая, увлажняющая. Я как сыворотку использую, для кожи вокруг глаз использую. Ну, никаких претензий нету, Global Oxygen. Но пока что эффекта я никакого не вижу. Ну, использовала одну, вторая сейчас у меня в использовании. Минус, конечно, вот это вот тюбик. Я не поняла, зачем такая сложная конструкция. Ну, да бог с ним. Тоже вторая сейчас в использовании. Пока, говорю, претензий нету. Возможно, и будет у меня на постоянной основе. Сейчас я использую на день. На ночь у меня с коллагеном еще сыворотка. Как с коллагеном использую сыворотку, сразу перейду в мезотерапию, буду использовать на ночь. Хотя она настолько легкая, что ее можно и на день использовать. А что-то плотнее, маслянистее, можно на ночь использовать. Посмотрим. Я буду еще думать над этим вопросом. Так, вот такое вот мыло закончилось у нас, которое прозрачной ручной работы, грейпфрут косметической ручной работы. Вы знаете, неплохое мыло, но вон то веганское лучше. Так, для разнообразия беру. Оно красивое, вот в подарок его очень хорошо, оно красиво сделано, оформлено, запах приятный. Кстати, мылится оно как-то меньше, чем веганское вот это вот. Ну, вот это меньше. Ну, так, для разнообразия берем. В общем, мужу нравится, пользуется. И ладно, как говорится. Закончился у меня крем Vario Light. Он еще есть у нас в распродажах, бывает, мелькает в каталогах. Я брать его не буду. Катается на лице. Я не скажу ничего плохого про него, ничего хорошего. Обычный крем. Все. Вот. Он легкий. Такой легкий. Вот. Ну, пустая баночка. 50 миллилитров. Ну, он называется Light легкий. С сыворотками можно было использовать эликсир Варио. Но я ни с сыворотками не использовала. Не содержит парабенов, спирта, минеральных масел. Так, здесь у нас активные ингредиенты. Это флюид крем. Увеличивает плотность кожи на 26% и упругость за 56 дней. Но тут, видите, надо было комплексом использовать. А я так использую, как вздумается, так и использую. В общем, если бы, кстати, торговая марка вот эта RNH является собственностью компании Германии. Это у нас Германии проводили ингредиенты, да, активные ингредиенты. Если бы у нас еще в компании Faberlic вот это вот было бы в наличии, если бы ее, эту линейку не выводили, я бы еще, может быть, и брала бы. Питательный мне, кстати, не подошел. Маме, кстати, зашел на ура. А вот этот лайт неплохой. Но больше я ничего про него сказать не могу. Дальше сыворотка сияния. Вот такая вот. Она мне нравится. Она мне заменяет крем с жемчужным эффектом. Они как-то вот по своей вот консистенции, да, вот этой схожести, вернее, схожи они по себе. У них и консистенция одинаковая, и они с каким-то вот сиянием, да, с перламутром. Можно разбавлять, кстати, с тональным средством какое-то свечение, да, и не использовать потом хайлайтер. Можно сначала его нанести, ее сыворотку, либо крем с жемчужным эффектом. У меня, кстати, там дальше будет. В общем, единственный минус, конечно, вытащить отсюда остатки неудобно. Ну вот кремовая текстура, надо, видите, вот так вот все выковыривать, даже осталось. В общем, буду ли я повторять? Возможно, буду, но не факт. Может быть, скорее всего, возьму крем с жемчужным эффектом, нежели чем вот эту сыворотку для лица кислородное сияние. Oxyology, серия 15 миллилитров. Вот. Знаете, такие перламутровые частицы там. Я, по-моему, вот, видите, прям перламутр. Я по распродажам такие беру сыворотки. Вот такой вот крем с жемчужным эффектом. Вот, я про него говорила, здесь 30 миллилитров. А по цене они приблизительно одинаковые. Поэтому я не увидела между ними разницы. Возможно, просто буду брать вот этот вот крем с жемчужным эффектом. Я вот эту вот сыворотку и крем с жемчужным эффектом именно наношу под макияж. Здесь еще и витамин С. Скорее всего, я вот на него точно перейду на постоянную основу, а сыворотку у меня еще одна в использовании брать не буду. Ну, все то же самое, что и сыворотка. Больше ничего не могу сказать. Здесь витамин С, это плотная текстура, разносится плотненько на коже, сияние какое-то, да. Витамин С, ниацинамид здесь, в общем, на весну в самый раз. Дальше закончился у меня крем Blur, но это ретушь вашего лица, я уже заказала, здесь 15 миллилитров, мне нравится, что полностью, видите, расход очень хороший, но я имею в виду, что не надо ничего разрезать, вот помпа, дозатор, это вот
коррекция пор. У меня вот очень расширенные поры, прям ярко выраженные. Немножко сглаживает, вы знаете, немножко морщинки убирает. Какой-то вот... Здесь, кстати, с ухаживающим компонентом здесь есть кислородный комплекс. Но на постоянную основу я бы не рекомендовала его использовать. Только ну, в такие, в какие-то, на какие-то мероприятия, либо по случаю. Вот я, допустим, у меня случай... Я редко крашу сейчас в основном. Муж позвонил, поэтому немножко отвлеклась здесь. В общем, но смывать вечером уход должен быть прям очень хорошим, таким тщательным, потому что у меня вызывает подкожники, если я буду использовать на постоянной основе или если я не помою вот этот вот крем, потому что здесь силиконы. А так беру, мне нравится. Дальше закончились у меня для стоп гладкие пяточки 50 мл. Я крайне редко его использую, мне не нравится вообще вот эта вот жирность, вот эта бальзамность, ни на руках, ни на ногах. Я его как использую? Я его использую раз в месяц, когда делаю обрезной прям хороший маникюр на стопу, тогда вот у меня кожа хорошо впитывает его. Также я на локти бывает наношу, и если сильно-сильно руки у меня какие-то, знаете, ну, я поработала без перчаток, у меня, допустим, после нашего средства, да, для духовок и плит, руки надо реанимировать. Вот этот крем выручает, в принципе, больше всё. Я не пою ему оды, как многие. Ну, есть у меня есть, и периодически я его использую. Всё, в остальных, на каждый день мне не нравится такой крем. Дальше, Ультра Фаберлик Эксперт Фарма. Антиперспирант. Эффект до 4 дней. Вы знаете, я как-то особо эффект до 4 дней не могу проверить. Я каждый день дома моюсь 50 мл. В поездке, возможно, вот эта вот штучка и пригодится. Это унисекс мужчинам и женщинам. Это серия лечебная, да, Эксперт Фарма. Запах здесь такой, да, унисекс, шарик вот такой. Я так же, как и обычно, наш дезодорант. То есть, если я пошла на улицу, я дезодорант нанесла. Если я не пошла, если я дома, я не наношу. Если я каждый день хожу на улицу, то я каждый день его наношу. Обычно так, как и использую, как обычный дезодорант, эффект чувствуется до 2 часов, да, оставляет белые пятна, также потеют подмышки, но запаха нет. Запаха нет, ничего нового для себя я там толком в этом, не там, а здесь в этом дезодоранте не увидела. Но запах пот, конечно, убирает, да. Буду ли я повторять? Да, возможно, буду. Невозможно, а буду. Так, что-то я затянула видео какое-то. Длинненько, да, у меня видео. Так, прокладки. Прокладки Store Diamore ежедневки на каждый день. Они с анионовым чипом, 20 штук. Каждая салфетка, прокладка в индивидуальной упаковке. Все хорошо открывается, клеится. Здесь ширина, толщина именно так, как меня устраивает, в принципе, прокладки. Единственное, меня сейчас не устраивает, что у меня в запасах их нет. И в компании Faberlic их нет. Вот так вот. Вот это меня не устраивает. Я не знаю, по какой причине. Вообще хотелось бы, чтобы они были. А так я их использую на начало месячных, на конец месячных. Могу на улицу, естественно. Дома, когда я нахожусь, я ими не пользуюсь. Брала, буду брать, но если будут, конечно, возьму. Ампульный концентрат закончился. Я его добавляю в краску, когда крашу голову. Вот я той краской покрасила, я налила вот этот ампульный концентрат. Здесь одна штучка вот такая вот, ампулка. Масло. Здесь масло зародыша пшеницы и какая-то там абиссинская горчица. Не знаю, у нас, по-моему, сейчас таких нет уже, но у меня тоже в запасах одна осталась и все. И то я ее истратила, уже истратила, как бы в другие пустые баночки отправила, потому что уже месяц апрель идет, да. Здесь пишут, что разглаживает вот эта абиссинская горчица. Ну, у меня волос короткий, мне особо нечего разглаживать. А то, что здесь есть масло зародыша пшеницы, мне понравилось. В общем, в маску добавлять, либо самостоятельно на голову наносите. Может быть, у кого-то в распродажах есть, но мне бы хотелось, чтобы вот эти вот ампульные концентраты вернули в продажу. Ну, либо обновили, либо старые бы вернули. Не знаю. Так, дальше, что у меня здесь? Влажные салфетки, как всегда, я про них всегда много рассказываю. 0+, гипоаллергены, с календулой, с депантенолом, с витамином Е, для детей с первых дней жизни, для взрослых 50 штук. Интимные места мы моем, руки, там, я не знаю, пятнышко, лицо протираем. В общем, все-все-все нам нравится. Цена, в принципе, адекватная, не содержит спирта. Дальше закончилось у меня кондиционер для роста бровей. Вот, я здесь вытаскиваю дозатор, потому что еще много остается, вот даже вот сейчас вот на вот этой кисточке много осталось. В общем, это сыворотка для роста бровей. Здесь какие-то масла, я особо не разбираюсь, что здесь у нас есть. Можно, в принципе, посмотреть.
Восстанавливает, укрепляет, питает, ускоряет процессы роста волосков бровей. Здесь у нас сколько миллилитров, я не знаю. Не знаю, сколько девочки миллилитров. Не могу найти. В общем, мне этот, ну, где-то 6 или 8 миллилитров. Что я за эти миллилитры сейчас взялась? Тут, кстати, смотри, нанесите средства на чистые, без макияжа брови с помощью кисточки. Для поддержания эффекта использовать регулярными курсами не менее 4 недель, то есть не менее 1 месяца. Постоянно, то есть с утра вечером. Если у вас утром макияж, то вечером по-любому вы, ну, раз в день хотя бы обязательно. Я вижу эффект, у меня брови начали более такие, знаете, вот здесь вот начали расти, тут начали расти. Ну, как-то, знаете, гуще они стали. В общем, брала, буду брать. Для роста ресниц я не вижу на своем. Ну, не вижу смысла брать, потому что у меня короткие и жиденькие. Больше они всегда такие были, они больше у меня не станут. А вот брови у меня всегда были густые, большие такие. Ну, с возрастом, естественно, густота и длина пропала, исчезла. Так, и Фраше, кокосовый крем, 30 мл. Я вообще тащилась от этого крема. Это запах просто съесть я готова. Увлажняет. Пленкой какой-то покрывается, но в то же время прям увлажняющий эффект. Не надо постоянно мазать. Целый день этот эффект держится. Ну, конечно, у него цена не бюджетная, но, девочки, я за такой крем бы я дала такую цену, которую она стоит. В общем, если в следующий раз буду делать и Фраше заказ, обязательно его закажу. Мне понравился. Он не плотный, текстура, а именно текстура такая, знаете, жиденького крема. Мне нравятся такие текстуры. Ну, и осталось у меня последние две туши. Две туши. First Class и Катрис. Вот, First Class и Катрис. First Class коричневая тушь, 5372 артикул. Здесь фибровая кисточка. В общем, этой туши я пою дифирамбы, да, оды, как говорится. В общем, тушь обалденная. Тушь делает ресницы густыми. Тушь... у нее коричневый пигмент, как таковой, видать, темно-темно-коричневый, такой, знаете, с каштановым отливом. Но он на глазах не виден, что это коричневый, да, оттенок. Делает бархатными ресницы, густыми, какими-то, знаете, здесь в составе есть масла какие-то, органовое масло, по-моему, если мне память не изменяет. Какие-то, знаете, живые ресницы, мягкие такие. Как объяснить? Вот какой-то вот глаз, вот такой вот какой-то вывернутый, то есть он такой вот прям красивый глаз. В общем, этой туши я пою оды. Вот. Все туши использую, если еще новинки не будут нам больше не будут выходить, то обязательно вот эту еще повторю. Ну и, к сожалению, вот этой тушью я так не воспользовалась, Катрис. Вот смотрите, девочки, у меня тушь была Avon, я сейчас ею пользуюсь, сейчас она у меня на глазах. Тушь лежала в закрытом состоянии, в коробочке, ни разу я не открывала ее. 3 года, ровно 3 года. Я перебирала, думаю, сейчас надо туши все вытащить. Это у меня лежало 1,5 года, это Катрис. Я ее тоже не открывала, мне как прислали вот так вот. Может быть, это из Германии моя подруга прислала. В общем, я ею так и не воспользовалась. Здесь фибровая кисточка, вот все, она засохла. Ее здесь нет, все, вот, ее нет. Вообще, как будто вот даже кисточка, смотрите, как-то смялась. Туши нет. Может быть, моя подруга, когда отправляла мне посылку, вот так вот просто взяла, открыла, посмотрела. Я знаю точно, что когда тушь, если мы ее уже открываем, то она, воздух попадает и уже начинает подсыхать. То ли она изначально такая была. В общем, представляете, это Катрис, я знаю, что она не дешевая линейка, да, тушь. Я ею так не воспользовалась, просто я выкидываю. Может быть, надо было раньше пользоваться, но у меня и Арифлейм, и Эйвен был, и Фаберлик надо было пробовать. И получается, вот через 1,5 года я решила воспользоваться. Почему я сравниваю? Смотрите, Эйвен через 3 года, Катрис через 1,5 года, и Эйвен, я вот сейчас крашусь, Эйвен, вот смотрите, она у меня сейчас на 2 слоя нанесена. Она не засохла, с ней ничего не произошло. 3 года тушь лежала, ждала своего часа. Это 1,5 года не дождалась. Соответственно, делаю выводы, либо хранение неправильно, либо, ну, я же говорю, открывалась она, либо... Не знаю, какие причины. В общем, обидно, жалко. Ну ладно, что теперь делать, да? Ну все, это была третья часть пустых баночек компании Faberlic уходовой и декоративной косметики. Все, всех рада была приветствовать на своем канале. С вами была Людмила Хамулова. Всем пока.